Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру Желенавты. Ну что же, поехали, вы помните мою первую серию, и вот сейчас я продолжаю. Давайте посмотрим, у нас, кстати, здесь было обновление. Так что поехали, команда набрана, 10 игроков, каждый сам за себя. Не стоит об этом забывать, ребята. Так, стартуем, как говорится. Вперед. Так, нам нужно как можно быстрее сейчас здесь развиться, выучить новые перки и уже, как говорится, ковырять этих всех, кто здесь нам попадется. Так. Жуем-жуем эти ягодки. О, бомбочка, это хорошо, она нам пригодится. Иди сюда, хламон, иди сюда. Ну. Так, смотри, смотри, смотри. Убегает, убегает. А ну-ка, выкуси. Бинго. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Я должен его победить. Отличненько, ребята. У меня уже 4-й уровень. Идем довольно неплохо с вами. Но очень мало хп, поэтому нужно быть предельно осторожным. Не будем с вами ввязываться пока в драки. Давайте немножко подхилимся за счет поедания вот этих вот конфеточек разноцветных. Я слышу странные звуки, кто-то там, видимо, получает по щам. Ну давай, давай, иди сюда. Опа, готов, хламон. Ну, у нас с вами тоже не очень много жизней. Так, бомба у меня в руке есть, отлично. Пока я никого не вижу, на кого можно было бы ее сбросить. Там еще одна бомба. Ах ты, Ахламон схватил ее. Ну что ж, давайте попробуем. Попробуем, и мы одолели. Так что попытка была не зря у нас проведена. Так, ну. Вот, вот этого надо. Вот этого с крылышками хочу бомбануть. Ай, хорошо-то как удалось нам. Так, ребята, нормуль. Телепортик у меня готов. Точнее, это не телепорт, а резкий такой, скажем, прыжок из одной точки в другую. Так, там с топориком ходит. Блин, а я все до сих пор, ребята, с деревянным мечом и с деревянным этим щитом бегаю. Ничего мне пока хорошего не дали. Ага, ага, куда, 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 куда ты прыгаешь, а? Ты на кого, собака, крошишь мясо? А вот это плохо, ребята. А, нет, смотрите-ка, он от меня отстал. Он даже не стал мне преследовать. О, зато вот это вот какой-то хламон, на-ка. Блин, мимо все было. Не будем подставляться, ребят. Я на втором месте по рейтингу сейчас в данный момент. Тихо. Все-таки вовремя я успел от него портануться. Смотри, 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 куда-то попер. Не стал на меня бычить почему-то, очень странно. Так, давай-давай вот эту хламонку. Оп, забомбили. И у нас 10-й уровень, о. Подхилочка, это мне как раз, ребята, нужно. Давайте подхилимся. Так, замечательно. У нас, видите, какие перки я выучил. Вот. Атака, крит, хил. И добивку, добивку, дай добивку. Опа-на. Я доминирую, да, значит? Да, ребята, а нет, я на втором месте. Почему я доминирую? Пока никакой доминации у меня тут нету. Бомбу бросить, что ли, нафиг? Не знаю, справлюсь, нет, с этим хламоном. Да, уничтожил я его в пух и прах. Блин, Рэй 2 килл этот. Где он там? Мне бы его заколошматить. Хочу первое место, ребят. Хочу первую позицию иметь. Не люблю где-то там позади бродить. Ну, он почему-то мне не попадается. Оу, классно было. Бомбочка моя, никому не дам. Смотри, а вот он этот главный. Ох ты, вот он кто на первом месте, ребята. Причем он 13 уровня. Ай-яй-яй-яй. Все-таки он меня взрючил, что у него там в руках? За фигня, это знаете, когда обои клеишь или красишь, такая, ролик, блин, на палке. Так, ладно, хорошо, все равно я пока на втором месте. Если этот гаденыш мне еще раз попадется на глаза, я его ухоркаю просто-напросто. Максимальный уровень, я вам напомню, здесь 15-й. Так что мне еще немножко осталось, и я буду хаем. То есть развиваться мне уже незачем будет. Будем просто с вами колошматить здесь всех, кто нам попадется. Так, все, максимальный я уровень. Теперь давайте вот этих вот всяких гавриков бомбить. Вот первый у нас, например, попался. Возьмем подхил себе. Он нам пригодится в дальнейшем. Так, иди сюда. Так, 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 так. Отличненько, заколбасили. Оу, шарик. Это плохо, ребята. У нас, так сказать, швырнули фаербол. Причем это вот тот вот мелкий говнюк. Блин, у них у всех такие прикольные эти скины.
Один я с ушками бегаю и с деревянным, с деревянным этим мечом и щитом. Ну, видимо, ребята тут играют уже долго. Оп, оп, оп. Хламон готов, блин. Довыделывался. Конечно же, мне не знаю, очки... А, очки начисляются. О, ребят, я на первом месте уже, оказывается. Как это я так даже не увидел? Но не слишком сильно я... Тихо! Ты чё рыпаешься? Я не понял, а? Чё ты дергаешься-то? Ой-ой-ой, блин, как я умудрился на второе место доскатиться? Ай-яй-яй, ребята. Буквально он кого-то там одного подбил и поднялся. Ё-моё, прямо ж не могу. Так, что, мы с вами получаем 4-й уровень. Это хорошо. Нам дают сундук. Мы сейчас его с вами откроем, посмотрим, что из него нам выпадет. Так, вот он. Давайте-ка откроем его. Камон! И что нам выпадает из него? Та-дань! Блин, одни гемы выпали. Кстати, я не знаю, куда их тратить. И вообще, что здесь у нас есть. Так, change. Я хочу, например, фаербол себе. Дадите мне фаербол. Не пойму, я взял его или нет, а? Взял я фаербол или нет? Мне прыжок оглушающий как-то не очень радует. По-моему, есть, да, у меня, смотрите, телепортация и фаербол. В общем, можно, в принципе... Вот, кстати, следующий уровень открывается только на 15-м. Ну, это нафиг нам не нужно, ребят. Это бред. Куда-то я не туда нажал. Что еще-то можно здесь? Так, это у нас статистика идет. Еще чуть-чуть, и мы с вами получим 5-й уровень. И еще 10 нужно, чтобы открыть какую-то новую, не локацию, а новую систему боя. Помните, да? Когда она еще была в бете, я вам показывал, там можно было бы и каждый сам за себя, и также была командная боевка 5 на 5. Здесь пока нам дается вот такой режим. Каждый сам за себя. С 15 уровня откроется, видимо, какой-то новый режим. Так что нам только если развиваться, качаться и смотреть, что там дальше будет. Ну что, давайте, игроки, где вы там? Собирайтесь все. Как говорится, Рэй идет с деревянным щитом и мечом, ё-моё, в атаку. Игра стартует. Ну и там 5 секунд ждешь, еще здесь 5 секунд. Для чего это сделано? Ума не приложу. Опа! Промахнулся ты, олух. За это я ответил. Давайте-ка изучим с вами, наверное, шипы. Вот так, я, правда, их не изучал, не знаю, что они делают. Ну, пускай будут. Так, бомба моя, моя, моя. Отлично, забрали бомбочку. Оп-оп-оп. Иди сюда. Шикарно развалил я его. 3-й уже уровень у меня. Блин, опять я на 2-й позиции пока. Как это он так на меня прыгнул, сразу сдох. Ну, пока я тут себя чувствую королем, ребят. Грубо говоря. Никто мне не может ничего сделать. Я просто, смотрите, одного за другим рву, как щенков, блин. Конфетки при этом еще собирают, так что все пучком. 5-й уровень. Сейчас, ребята, у меня уже будет 6-й. Ты куда меня оглушаешь, а? Вот так вот получил свое. Да-да-да, конечно, конечно. Что ты там прыщ? Что у тебя за костюм такой, а? Оу-оу-оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо. Опа! А как это он так интересно? 2 фаербола сразу запустил. Это несправедливо, я считаю, что это... Это, наверное, читер. Ребят, это читер был только что. Так, что нам тут достается? Бомба. Так, иди сюда. 7-й уровень у меня уже получен. Все равно я пока на 2-й позиции, мне это не нравится. Так, это не тот ли? Нет, не тот, ребят. Вот он. Вот он, этот зелебоба, который меня в тот раз шваркнул. Он, походу, там и сдох уже где-то. Так, а ну-ка, 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 давай, давай, давай. Опа, готово. Слушайте, у них так прикольно, крылышки там всякие эти, костюмчики. О, вот он этот говнюка. Так, тихо, по-моему, такое ощущение, что у меня сейчас нет. Выжил я все-таки. Выжил, и мы с вами двигаемся дальше. Так, что здесь? Подхил, вот это уже по-нашему. Подхил он мне очень нужен. Так, а теперь мы. Опа, замечательно, ребятушки. Все. Фаербол у меня копится, подкапливается. Сейчас мы в кого-нибудь его используем, да? Ну, появись тут что-нибудь хорошее. Давай подхил мне. Я бы не был против, но... Нет, дали бомбу. Ладно, хорошо, бомба тоже пойдет. Но единственное, что пока она там долетит, пока бомбанет. И желательно ее бросать, когда куча всяких этих упырей здесь лазит.
она будет самое то. Так, 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 смотрите, что-то дергается, брыкается, еще брыкается. Оп, да, брыкался. Я 12 уровень получаю. Еще 3 левла, и я хай. Блин, а на втором месте до сих пор лазю. Нет, о, ну, бинго, поджарил. Так, что у нас здесь появится, а? Ну-ка, ждем, 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 ребят, никуда не... Опять бомбу дали, ну что такое-то? Оу, вот это хорошо, ребята, я сейчас попал. Ну, ну этого мы убили, да. А теперь вот это, с морковкой, блин. Ну-ка, 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 не, я должен победить его, должен. Есть. И я максималочка. Все, ребята, теперь мне на всех по барабану. Так-так-так, лишь бы шаром каким-то сейчас не бомбанул по мне. А то, когда у тебя мало хп, в тебя... Оу, хпшки, забрала моих... Вот, вот еще есть. Эй, мои! Никому не отдам. Так, у меня фаербол накопился. Бум! Прижучил прямо у стеночки. Нормуль. Так, бомбочка, возьмем, она лишней никогда не будет. Так, у меня, значит, два шипа, две скорости и один хил взят. Вот такие перки, ребята, так что... Если что, имейте в виду. Опа! Вообще на раз просто бомбанул, ребят. Одним фаерболом разорвал. Смотрите-ка, тоже максимальный здесь. Ага, промахнулся. Он промахнулся. Давайте-ка его попробуем наказать за это дело. И мы наказываем, конечно же. Так, здесь вот... Ай, промахнулись. О, хилочка. Все, ребят. Так, 59 секунд у нас осталось, грубо говоря, минутка. И я... О, я на первом месте уже. Вот, вот так и надо быть на первом месте. Главное, чтобы не пасануть деньги и не спуститься на вторую позицию. Они уже тут... Так, 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 готов. Уже многие здесь на максималках практически. У кого 13, я смотрю. Ну, в любом случае, один хай здесь бегает, помимо меня. Задрючили. Нормуль. Так, 30 секунд осталось. Так, нет, все-таки Баттерс этот может меня перегнать, если ему сейчас фартанет. А я этого позволить не должен. Просто фаерболом разорвал. Довольно мощный у меня этот фаербольчик. Так. Ну-ка, не, теперь уже вряд ли он меня догонит. Тут 6 секунд, а я, наверное, еще кого-нибудь бомбану. Да, и у меня это получается. Так, ну что, ребята, вот оно. Первое мое место. Я этому очень рад. Давайте переходить дальше. Так, здесь у нас идет опыт. Я расту, ребята, в опыте. Так, ну-ка, ну-ка. Получу я 5 или нет? О, да! И сундук получаю, и 15 гемов, и золото. Так, мы еще дальше с вами растем. Ну да, в принципе, я доволен. Так, давайте вскроем сундук, посмотрим, что в нем нам достанется. И... Та-дам! Что там? Опа-на! Угу. А как мне можно воспользоваться вот этими вот всеми штуками-дрюками? Пурпурный, красный, зеленый. Это у нас расцветки. Причем расцветки еще можно покупать. Ладно, этим мы пока заниматься не будем. Хотя могли бы вполне, но зачем? Так, это у нас то, что мы с вами можем экипировать. Так, а тут что? Следующий уровень. А, ну следующий уровень мы получим 100 золотых, 15 гемов и опять же сундучок. Так, о, а здесь у нас реварды. Сундук получили. Так, деньги, гемы. Опять деньги, гемы. И здесь у нас тоже гемы с деньгами. И больше, видимо, ничего, да, пока не заработали. Ладно, но сундучок-то у нас в любом случае уже один есть. Так, это статистика. Просто надо все это запомнить. Это у нас друзья, которых можно приглашать. Так. И, ну, это все у нас было. Так, ладно, давайте глянем сундучок, что у нас из него выпадет. Та-дам! Ох ты, руны! Руны. Интересно. А где это все можно использовать и как? Так, а вот это что такое? О! Вот они, ребята, руны! 3% к скорости и 2% к атаке. Фигня какая-то. Тоже не нравится. 2 к дамагу, 2 к скорости атаки. Тут один к хил. Ой, надо что-то ставить, ребят. Я думаю, что вот эту мы поставим себе, да? А сюда, наверное, блин.
Ну, синий мне не нравится. Давайте, наверное, тогда, скорее всего, с вами сделаем красную. Была, не была, фиксит. Хе-хе-хе. Ну что, с рунами вроде бы разобрались. А вот это что такое? Непонятно. Здесь нам больше нечего делать. Так. Теперь бы узнать, где у нас вот эти вот, как там, костюмчики новые, которые у нас там есть. Которые мы с вами заработали, так сказать, честным трудом. Расцветки нафиг нам не нужны. Так, это мы уже тоже видели. Здесь у нас внизу все это отмечается, поэтому все легко и просто. Так, тут у нас хил, контратака будет дальше. Но это все, опять же, будем в дальнейшем с вами развивать. Ну, как-то, блин, должно же быть что-то еще. Я просто не могу понять, где. А, вот, ребят, ё-моё. Ищу, вот оно где, оказывается. О, панк. И все, у меня только панк. Больше ничего нету. Блин, придется, наверное, взять панка. Ох, тут прикольные такие прикидики. Так, это ушки нам не нужно. Вот это оставляем. И тут у нас очки. Вау, брови-то какие. Тут и легендарные, и эпические, а у меня пока обычные. Ладно, оставляем, наверное. Так, а это... Ух ты, это что такое у нас там? Что-то сзади у нас. Рюкзачок, что ли, какой-то. Так, а здесь у нас... Оу, вот оно. Помните, в первой части я получил, но не знал, как это поставить. Теперь я защитник. Пурпуровый защитник с серпом, щитом, а не с каким-то там деревяшками. Плюс у меня притча. Короче, девочка такая у меня. И рюкзачок, по всей видимости, сзади. Ну что ж, я думаю, что можно уже сходить и подраться маленько. Как вы считаете? Посмотрим, что у нас за персонаж. Хотелось бы, конечно... получить уже 15 уровень и глянуть, что у нас там за бои. Но для этого нужно еще качаться, качаться и качаться. А пока будем бегать своей пурпуровой девочкой. Был боец, стал девчонкой. Ну, как быстро меняет жизнь, да? Ну что, опять тут ждем, елки-палки, чего? А, поиск игроков. И, как обычно, нужно 10. Уже 5 есть. Ага, быстро тут набирается народ, кстати. Видимо, игра довольно популярна. Не так уж долго приходится с этим ждать. Так что это, в принципе, плюс для нее. Причем большой. Так, 5 секунд здесь. Потом 5 секунд у нас в бою ждать. Ладно, ребята, не будем раскисать. Нам нужно с вами быть начеку. Так, у меня фаербол, все отлично. Давайте как можно... Ага, промахнулся гнида. Так, дайте-ка я ему... Вот так вот. Как говорится, я никогда не промахиваюсь. Почти. Ну, мне нравится, прикид, у меня сзади там рюкзачок это, в виде кошечки. Прикольно смотрится. Такой, знаете, желейный этот, как его, тинейджер. Готов, там рыпается еще что-то на меня, охламон, блин, а. Так, а это что такое? Ну, иди сюда, иди, 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 иди. Иди сюда. Да что такое? Как она так... Почему у них двойная полоска жизни? Я не могу понять. В чем причина? Так, фаербол у меня есть. Бум! Отлично сработано. Так, что мы будем с вами изучать? У нас, кстати, новые перки появились. Так, подхил, замечательно. Хил нам пригодится. Так, 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 так. Куда, куда смотришься? Ну, ай. Его убили. Не я, конечно, но вот это вот охламон. А я его уже. Так. Прыгает он здесь, а? Нет, не получилось у тебя оглушить меня. А так, наверное, старался. Так, наверное, хотел, а? Блин, мне нужно как-то подхиляться. Ребята, уж довольно мало хп, так что давайте жрать конфетки как можно быстрее. А вообще в идеале бы мне найти этот хил. Ой, промахнулся я фаерболом. Но вальнул, как ни странно, ребята. Два дамага и хил, в общем, все нормально у нас по перкам. Ай-яй-яй, забирай, забирай. Забрал все-таки хилку, а. Я хотел ее взять. Ну иди сюда, что ты там? Получил. И тебя до кучи, гитарист. Бегает тут, радуется непонятно чему. Так, у меня уже 8 уровень. Тут я смотрю, 6, 7. В принципе, практически нога в ногу идем. Бинь-бинь, разбомбили. А что надо-то кому? Я иду себе нормально в школу. Девочка такая, да? С щитом, с мечом. Кто там довольный, улыбочки посылает.
Так, а этот привязался до меня, да? 7 уровня. Ну-ка, иди сюда. Я с тобой поговорить хочу. Оп, оп. Отлично, его заманул. О, вообще шикарно получилось. Бомба моя, не трогай. Не получилось. Что, заколбасили что-то меня? Точно, опять Баттерс этот. Так, я не понял, какого хрена он здесь делает? Ты не припухли, а, Баттерс? Ладно, если он мне встретится, я его накажу, обязательно накажу. Тынш, готовы. Там только кровавые лужи. Так, во, давай-ка этого. Куда там хотел портануться-то, а? Не получилось ведь? Ой, такая же, как я, маленький такой. Оп, 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 давай ее вот так вот. Вот, еще немножко, отлично. Нечего здесь малышам делать. Игра не для малышей. Такая, знаете, я похож, знаешь, как бы злая училка ходит с розгами, так, наказывает всех, кто плохо себя ведет в школе. Так, иди сюда, непослушные дети. Ага, вот ты, малыш. Сейчас, наверное, и ответишь у меня по полной программе на экзамене. Вот так вот. Так, что у нас? О, хилочку мы взяли. Так я вообще теперь, можно сказать, царь. Тем более я хай уже. Так, где бы мне этого Баттерса увидеть, а? Хотя, в принципе, он мне нафиг не нужен, потому что я на первом месте. И мне теперь только остается удерживать эти позиции. А для этого нужно как можно больше убивать. Опа, кто это у нас там такой, а? Кто это такой? Даже не понял, что он из себя представляет. Как его фаерболом снесло. Так, малыши, гитарист. Гитарист этот, он уже, по-моему, от меня получил разок как-то в свое время. Они еще умудряются от меня убегать и между собой драться. Иди сюда, гитара. Музыканты хренов. Готов. Как говорится, убежал от меня, не убежишь от фаербола. Ага. Так, 13 уровень. Так, что ты, что ты, что ты, что ты? Просто как орешки. Валим все. Бомба у меня, ребята, есть. Бум! Двоих сразу же. Вот это было круто. Прыгает, что-то дергается. Че дергается-то? Вот. Малышку завалили. Ты смотри, смотри, прыгает тут вокруг меня. А? А ну иди сюда. Че, не нравится? Ага, готов. А то из-под тяжка меня оглушило, потом дергается там что-то. Так, ребят, подхил вижу. Вижу подхил. Опа! Он должен быть моим, он должен быть моим. Хилимся. Ну что, теперь давай, иди сюда, поговорим. Че ты, че ты сразу на попятную-то пошел? Иди сюда, зелебоба зеленый. Вот так вот. Наказал его. И этого тоже накажем. О, отличненько просто. Так, не надо мне там своими прыжками. Мне нужно сейчас... О, ребят, последние секунды, и я... Я на первом месте. Хо-хоу! Чудесно-распредесно, ребятушки. Лучше не придумаешь. Интересно, 6-й уровень получу или нет? Ну, давай, давай, не томи, давай быстрее. Нет, ребята, похоже, нет. Ну что же, тогда давайте я на этом буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось, то ставим лайк. И мы продолжим уж как-нибудь играть, если вы, конечно, попросите меня об этом. Ну а на этом все. Всем пока и до новых видосиков. Удачи вам, ребята.